Ну, немножко вздрогнем. Так сказать, вздрогнем. Немножко вздрогнем. Посмотрим, как пойдет. Может, и упремся. И боец молодой. Шестьдесят пять чистый вес. Ну и если эту штуку одеть, то будет 70. Ну, не будем горячиться. О! 65 чистый вес. До весов я жадный. Уже чувствуется. О! Хорошенько уперлись. Надоело гонять этот вес. 50 килограмм. Поставили 65 чистоганом. О! Вот сейчас я отдохнутый. Отдохнутый. И есть желание. В прошлом видосе я рассказал, естественно, это упражнение было давно придумано, что, мол,
Василий Иванович Алексеев с его помощью застуженные коленочки у себя вылечил, всего два занятия. Ну вот, поступило ответ, что, мол, тут нужна дозировка, нужна еще что-то, нужна еще что-то. Я сказал, что, естественно, вес ставите по силам. Я считаю, что для коленей полезно такой вес, когда вы, ну, относительно легко делаете 20-25 раз, чтобы прокачать это. Вот с этого и начинайте. У каждого свое. Одному 10 килограмм нормально, а другому 50 там поставить. Вы же немножечко сами думайте. Ориентируйтесь в своих собственных возможностях. Тем более, один раз вы можете поставить тут, вот я, например, 50 килограмм, и сделать там раз на 20. А в другой раз, ну, нету желания, нету возможности, ну, нету вот. Ну, поставьте 20 килограмм, 10 килограмм. И сделайте столько, чтобы вам было приятно делать. Если человек вот с самого начала все-таки сам не думает, а думает тренер, методист ему там все изложит, ничего путного не получится. Помимо тренера и методиста, и врача в том числе, должна быть своя голова. Вы же должны ощущать, что, чего, как ваш организм там работает, что вы можете, что нельзя. Вот я до этого мусолил там 50 килограмм, а сейчас поставил 65, и нормально. Вот, в охоточку, без напряга. А чтобы слов на ветер не бросать, я сейчас сделаю с весом 50 килограмм. Вот 50 килограмм. Солидно смотрится уже. Ну и поехали. На двадцаточку. Ну, солидненько, солидненько. Как говорится, могем же, но не всегда. Зачем нам такие перегрузки? Зачем такие перегрузки? И что важно сказать, вот именно для коленей, для того, чтобы их залечить, да, я сделал вот 50 на 20 раз, сейчас буду делать 30. Важно, чтобы вы чувствовали, что у вас напрягаются бедра, и вот здесь работают колени. То есть не все тело, как у меня, напрягалось для того, чтобы
Я поднимал эти 50 килограмм. Чтоб как раз вот нагрузочка вот здесь вот была. Вот это то, что надо. Откуда брать вот эти все самочувствия, ощущения. Для того, чтобы правильно делать. И поехали. Вот, вес подобран правильно. Работает коленный сустав, мышцы. Особо ничего лишнего. Нормальное напряжение, не более того. То, что надо. Вот такой весочек, и будете там по килограммчику два навешивать. О! Будет то, что надо. Что доктор прописал. Также в охоточку с чувством того, сколько ты можешь поднять, чтоб пупок не развязался. Чтобы пупок не развязался. Важно понимать. Будучи на тренировке, что тебя в шею никто не гонит. Пришел, позанимайся в свое удовольствие. Два с половиной набросили на штангу. И хватит. Еще прибавили чуть-чуть. О! Еще прибавим. Отлично. О, ну трудил. Где-то так. Разминочка.
по одному подходику проскочу. 14, 17 и 20. По одному. Так что классные гантельки эти. Самоделочки. Самоделочка, знаете, вот сделана с понятием профессионализма. Что надо ждать от гантели? Гантель разборная, значит, она должна собираться и разбираться быстро. Вот эти закрутки, вещь хорошая, так скажем. Но оказывается, есть еще лучше. Жик, 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 все. И хватит. Есть многие вещи, которые сделаны, ну, лишь бы пользоваться. А есть сделанные так, знаете, вот, сознанием дела, сознанием того, для чего она служит, и как ее наиболее эффективно использовать. Разборные гантели собираются, разбираются очень быстро. И не напряжно. Ну что, сколько прибавить? Было 8, стало 14, это 6 килограмм. И если сейчас прибавлю 20, это тоже еще 6 килограмм прибавлю. Фух, ну давайте так и поступим. Перепоясали через сало. Чем хорош этот ремень? Хорош тем, что я так вот сам поджал, насколько живот, и подтянул более-менее. А этот, для того, чтобы на те дырочки, на которые я застегивал, надо сильнее выдохнуть, и получается, он меня начинает душить. И дышать плохо. А зачем нам дышать плохо? Нам же надо подымать. Нам надо дышать. Ну что? Двадцаточку, да? Зашестерим. Чуточек отожмемся и нажим лежа. Посмотрим, что там у нас будет. Thank you.
когда ты их 20 раз жал. И это не в далекой молодости. А вы когда-нибудь пробовали? Я думаю, что пробовали многие из вас, как бы сказать, достигнуть своего края в чем-то. Ну, в бизнесе, допустим, в силовых упражнениях, в силовой выносливости. Как бы сказать, посмотреть, а на что способны вы. Ну вот мне хочется сейчас посмотреть на 63-м году, на что способна вот эта вот мужчинка, которая зовется Гинеша, которую вы знаете как Малахов Геннадий Петрович, на что она способна вот в жиме сидя, с таком сказать, подъем на бицепс и жим сидя. Что я, значит, поднимал? Ну, поднимал я по 10 раз. Ну, можете поставить ставки. Сколько я подниму? Ну, 10 раз я подниму тогда, 20 килограмм. Подниму ли я 12, 15, 17? Итак, делайте ставки, господа. Я на ваших глазах сейчас начну вылаживаться. По полной. Сколько раз я подниму этот вес. Итак, начнем с... как я люблю испытания. И сколько я их прошел. Итак, будь смелее, акробат. Накачаем тело пранической энергией. И поехали. Число счастья. Я чуть сердце не перенапряг. Да. Фух. Thank you.
сажаю штангу сначала на вилы, то есть, чтобы не так вот, а, жестко вот. И отсюда раз, два, три на вилы, а потом уже отсюда. Более полная амплитуда. Разные виды жима. И когда на вилы, то здесь больше трицепс работает. Дожим. Дожим включается. Вилы в бок. Да, натуральный тренинг, без донатов. Без донатов. Хорошо. Дожим. Ну и хватит. А сейчас обычный жим. И переходим к прессу. Прессу. Пресс растет. Фух. Нормально.
Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!